Комплексная реконструкция аэропорта в Братаевке началась еще в 2009 году после указа Владимира Путина о передаче его в собственность Ульяновской области. После реконструкции был изменен внешний вид здания аэровокзала, заменены инженерные сети, подключены внешние коммуникации, интегрировано комплексное видеонаблюдение. Было запущено новейшее оборудование по контролю безопасности, прием багажа, системы прилет-вылет. Оборудованы удобные залы ожидания, современные терминалы и кафе. Однако главное, взлетно-посадочная полоса требовала улучшения. Проект был 2014 года, и мы сдаем это через, фактически 4 года. Поэтому очень много вышло законов, подзаконных актов, много вопросов по транспортной безопасности пришлось устранять в соответствии с новым законодательством. А это и новые, не прописанные в проекте расходы. Но удалось не только закончить реконструкцию, но и пройти все согласования. Практически заново построена взлетно-посадочная полоса, которая удовлетворяет всем современным требованиям. Практически любой тип воздушного судна может садиться, на нашу полосу. Для примера, наша полоса длиннее полосы самарского аэропорта Курумыч на 100 метров. Кроме того, лучше оснащена, абсолютно точно. Летать из Ульяновска безопаснее. Первым на полосу приземлился Ил-76. Воздушные ворота Ульяновска открыты. Совсем скоро можно будет лететь не только в Москву, но и в другие города и страны. Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов, Пермь, Нижний Новгород, Уфу, Минеральные воды, Симферополь, Сочи и ряд других городов Российской Федерации. В том числе со следующего года мы начинаем летать и в Европу, и Азию. Пропускная способность аэровокзального комплекса – 240 пассажиров в час. Правительство Ульяновской области инвестировало в реализацию проекта 500 миллионов рублей. Общая стоимость работ составила порядка 1,5 миллиардов рублей. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.